Пытаюсь еще раз победить. Один против троих. Там, внизу. Так, подсказка. Командир это одновременно и мобильный инженер, и если улучшенное, то сильный боевой юнит. Так, вот. Так, сначала научные достижения. Здание прокачаю. Сразу экономику включу. Ой, куда пошел, а? Куда? Так, сразу сюда. Потом сюда, потом сюда. И один инженер пойдет сюда. Не смогу я удержать, наверное, вот эту, вот этот экстрактор материи. Не получалось у меня этого. Не знаю, получится ли теперь. Не знаю, буду ли я пытаться. Так, командир уже построил экстрактор материи. Пару генераторов энергии. Пару генераторов энергии построю. Потом еще два генератора материи. Потом еще два генератора. Здесь. Ну и... 3 научных станции. Так, инженеры строят. Все, можно бездельничать, носу ковыряться. Потом энергию. Доход энергии до 20%. Производство энергии увеличится на 20%. Потом на 25% увеличивается добыча материи. Потом я сделаю конвертеры энергии. Конвертируют энергию в материю. Как в той игре Total Annihilation. Так, этот у меня 3 разведчиков убьет, эта пушка. Защитная точка оборонная. А, радар, наверное, постоит. Один радар. Так, воздушные надо строить. Наверное. Так, 2 завода нам будет построить. Ну и потом. Наушники неисправные. Жалко, как звук портится у меня. Так, научные станции командир еще не построил. Уже пора. Уже пора. У меня инженер бездельничает. Так, сколько она стоит? 356. Так, просто энергии пошел. Я построил оборонную точку. Сейчас он строит радар. Командир сейчас построит вторую научную станцию. Укрепленная точка оборонная начала стрелять под танком. Каменноголовые. Ну, ремонтируем. Все, уехал. Уехал. Соберем металлолом. Там немножко. Но пригодится. Так, экстракторы. Ага, это готово. Так, давай завод. Наверное, или нет. Экономику. Или завод. А, завод по-любому нужен.
Пристройка, зенитка. И 10 инженеров для начала. Для начала. Так, этот инженер бездельничает. Отправлю я его. Так, сначала пусть чуть-чуть защитит. Потом пойдет строить экономику. 30. Пусть будет. Да, 30, почему нет? 30 генераторов энергии. Командир что? Командир что будет делать? Ничего не будет делать. Может, зенитку построит? Одну. Даже не знаю, зачем. А, командир, не знаю. Он пока здесь нужен защищать все это. Все, что понастроил. А, инженер свободен. Поехал инженер строить генераторы энергии. Давай, строй генератор энергии. Здесь, а. Оп. 30 штучек. Не больше. 25. 6, 27. 28. 29. 30. Угу. Следующий инженер строит 30 генераторов энергии. 8. 17. 23. 28, 29, 30. Ай, командир все бездельничает. Ладно, пусть бездельничает. А, это свои. О, еще один инженер. Последний инженер строит генератор энергии. Тоже 30. Где же он их построит? Да пусть будут здесь, поближе. 8. 16. 23. 29. 30. Вот так просто. Оказывается, экономику раскачивай. Так, пристройки уже добавлю. Танки. Будут строиться. А! Проронил научные открытия. Так, и два инженера вот эти поедут строить конвертеры материи. Здесь они будут строиться, в этом месте. Кто это едет? Оп, оп, оп. Защищаем. Командир, иди сюда. Что происходит? Эй! Не понял. Кто куда едет? Я ошибся. Ага. Это кто? Лоялист. Лоялист убежал от командира. А чё фабрика? А, это танк застрял? Танк застрял. По ходу дела. Как так бывает? О, я в шоке. Я в шоке. Не танк, а инженер застрял. Инженер застрял. Такого я еще не видел. Все. Инженеры строят. Строят. Конвертеры материи. И понеслась. Это на мясо. Раз. 6. 8. 9. 10. И один инженер еще построит конвертер материи. Это здесь. 6, 7, 9, 10. Сейчас 10 инженеров я построил. Худо-бедно. Так, один инженер должен построить уже воздушную фабрику. Так, конвертеры сделал. Теперь оборону для зданий.
или нет. А, кто-то должен сделать уже научных станций больше. 7 штучек нам давай. Научных станций. 3, 4, 5, 6, 7. 7 научных станций добавили к строительству. О, вот это надо. Доход научных очков на 20% больше. Вот научных станций. И, наверное, от остального. А командир должен пока защищать от вражеских танков. А, нет никого. Вражеских танков нет. А, во! Враги какие-то. Так, инженер должен построить что-то оборонное здесь. Немедленно. Так, что у нас? Материя есть? Конвертеры. Конвертеры есть. Ага. 4 конвертера готовы. Наушники сломались у меня. Ой, звук испортился. Какая досада. Гарнитуру очень дорого покупал. Оказался плохой. Может, очаг я, интересно, сохраню? Не знаю. Так. Нужен шарпшутер по-любому. Шарпшутер нужен. Ага. Вот, командир защищает. Инженер вражеский. Что-то сделал? Вражеский, нет? Да? Инженер что-то делал. Я и не заметил. 2 моих экстрактора материи сконвертировал. Инженер вражеский. Что он натворил, я не заметил. Ладно, сейчас будет пушка Гаусса. А, потом. После этого сразу. Так, конвертирую энергию в материю. Оп, оп, оп. Чуть-чуть защищаемся. О, и этот экстрактор. Материя у меня пострадал. Будь я этого не заметил. И командир мой не стрелял. Шарпшутер готов. Так. Здесь у меня будут разведчики строиться. Так. 5 разведчиков будет. Так. О, пушек нет. Есть, далеко. Ага. Нужен инженер для поддержки. Атака закрепнулась. Но я потерял генератор энергии. Так. Конверторов много стало. Так, теперь надо прокачать оборону зданий и ремонт. Ой-ой-ой. Пушку сейчас разобью. Какой кошмар. Разбил пушку. Оборону мою. Тут что? Так, жесткая вражеская атака. Потом еще 5 инженеров. Так, конвертеры готовы. Построил один. Еще конвертеры эти. Не построил еще. Построил
2. Ой, какая мощная армия вражеская. Как защититься? Даже сейчас не знаю. Шарпшутер есть? Четыре один. О, истребители полетели. Это истребители, ну, пригодятся мне в будущем. Так, зенитки и ремонтная башня готовы. Так, конвертеры 10 штук. Ctrl 2. Готовы. Теперь нужно так здание кое-как прокатил. Научные станции еще не все построены. Всего лишь 8 штучек построил. 9-я построилась уже тоже. Что у нас последняя 10-я? Че, инженер все восстановил? Угу. Мой командир вернул обратно. 3 конвертера материи. Экстрактора материи. 3 экстрактора материи он вернул. О, надо прокачать еще артиллерию. Укрепленную. Так, радар. Ремонтные. Ремонтные. И укрепленная артиллерия. Должна быть. Много укрепленной артиллерии должно быть. Так, еще одна. Батарея. Много укрепленной артиллерии будет здесь. Плюс 600 доход энергии. Я ничего не успел. Все, у меня кранты. Экономику раскачал, но оборона подкачала. Прошлись. Враги прошлись. По мне, как бульдозеры. Придется отдать этот конвертер. Экстрактор материи придется отдать. Я его убил. Подходят всякие, разбивают его. Хотя он так близко кажется. Но нет, не возможно. Что еще прокачать? Ядерная защита, прямая наводка. Так, экономика у меня уже больше, чем надо. Инженеров некоторых потерял. Ну, прямая наводка, покажу им прямую наводку. Ага, убегают. Убью кого? Опыт появится. Если кого-то убьет, появится опыт. Чем кому-то нанес точно, кого-то попал, но не убил. Опыт не появился. Ремонтные. Ремонтные. Проклятые лоялисты. Мощные они были в бою. Опасные. Так. Это куда идет? Да.
и какие сделать. Кной нужен мне. Так. Дальнобойная артиллерия. А Ягис пригодится, не знаю, правда. Сильно ли он пригодится мне. Прямая наводка. Арден. Ну-ка. Отъезжают враги. Уходят. Потом мной нужно будет сделать. Так, разведчики у меня есть летающие? Нет? Нет. Ну, я их построю, если что. Так, генератор энергии для ремонта. Ты надо поставить. 4. 2. 3. 4. А-а-а, какой кошмар. Много. Моих врагов. Тут разбили. Но не инженера. Так, сюда укрепленную артиллерию тоже нужно ставить по любасике. Тоже три ряда. Три ряда. Но я можно уже. А? Тут разбили. Собираю весь металлолом. Так, с этой стороны тоже что-то нужно крепкое. Много пушек. Командир должен подойти уже. Это был командир, что ли, строил? Чудо. Вперед. Он мне нужен здесь. Заманивать врага. Так, один инженер построил трактор материи. Хоть ненадолго он будет грозить мне доход. Трактор материи. Так, наземные юниты сюда пойдут. Что там? 7. Нет, многовато. 3. 4 и 1. Оп, оп, оп. Так, так. Мощная вражеская атака. Там что-то снимает с меня враг. Я поставлю еще. А я их поставлю. Пригодится, может. Блокирую энергию лишнюю. Надо будет выяснить все-таки, что это за конвертеры, как они работают. Не пойму. Так, здания почти все прокачал. Сейчас ядер. И противоядер. Так, раз. Два. Три. Противоядерка тут будет. Тут одна противоядерка будет. Это здесь проходит ядерный ракет почему-то. В этом месте. Где ее поставить-то?
здесь тоже нужна противоядерка. В количестве трех. О-оу. Так, ну враги меня не трогают. Так, щиты готовы. Так, здесь тоже нужны щиты. Полюбасики. Как-то я не очень прочно здесь встал. Меня достают враги мои. Так, здесь тоже нужны щиты. Дальнобойная вражеская артиллерия будет меня доставать. Нужно регулярно вручную конвертировать энергию лишнюю. Так, сюда нужна будет еще укрепленная артиллерия, конечно. Хотя бы один ряд. Так, противоядерку построили. Немножко. Опа! Зарядил полностью. Сюда тоже надо зарядить. Одну вышку полностью зарядил. Там ей. Название Control 9. Кто это? Кто это? Никто. А, это никто. Так, может быть, надо сюда послать, что-то сделать. Не знаю, зачем. Так. Сразу все ресурсы уходят, расходуются. Сколько? Одну поставил на очередь. А, научное открытие. Так, ядерную шахту можно строить. Теперь танки надо прокачать. Инженеров танки нужно прокачать. Все дорого очень. Так, инженер уже не пройдет благодаря пушкам Гаусса. Так. Здесь я тоже закажу противоядерный ракет. Что там, что там? Так, враги мои ушли временно. Чтобы вернуться, конечно. Что ремонтирует? Самолетик? Кого он там ремонтирует? Так, и ракетник. Чё танки-то добавляют? Не понимаю, как мне танки добавляют. Строительство. Какие горячие кнопки я нажимаю? Не знаю, какие. Так, сейчас все у меня есть. Всего много. Надо новое строить. Так, еще один раз противоядерки поставлю на очередь. Радары у меня прокачанные. Противоядерки сейчас поставлю на очередь. Накоплю ресурсов и уже прекращу строительство противоядерных ракет. Чтобы ресурсы потратить на что-то другое полезное. А теперь прямая наводка. Ой, истребители мои появились. 5 истребителей. Недорого стоит, быстро строится. Ага.
Они не открыли, никого не показали. А, потому что я их не прокачал. Вот так надо было прокачать их. Угу. Если что-то экспериментальное есть, мне нужно об этом знать первым. Ну что теперь? Опять ресурсов не хватает. Так, боятся нападать. Все. К строительству я добавил много. Много чего добавил к строительству. Так, здесь вижу, нужны щиты. Где у меня 4 конвертера-то? Здесь. 4 экстрактора, где есть. Надо поставить побольше щитов. Экстракторы мои. А, здесь тоже. Чтобы экстракторы были... приносили доход мне. Постоянно. Наука. Так, самолетики я прокачал более-менее. Так. Теперь наземные юниты надо прокачать. Танки мои. Скорость. Так, какой-то мне нужен инженер, чтобы построил укрепленную дальнобойную артиллерию в количестве 6 штучек. 3, 4, 5, 6. Она эффективная, мне кажется. Подавляет вражескую экономику. Ау! Так, прямая наводка. Что-то разбил? Мегалит. Сюда все. Все сюда. Мегалит доплясался. Так, воздушная фабрика. Еще 5 штучей. Может, в воздушной фабрике я задам патруль. Ау! Здесь у меня появился проклятый так, будут у меня патрулировать истребители. И не только истребители, еще и инженеры. Так, пока конвертеры мои не уничтожены. Так. Ну-ка, так, сюда нужно щиты поставить. Я их заказывал здесь к строительству, но инженер, видимо, пал. Так, всех мочить. Так, теперь один инженер построит фабрику для строительства толстяков и две пусковые установки мной. Так, радар, я вижу, не сломали. Вместо потерянной пушки я построю что-нибудь полезное. Ломает. Ничего, много не сломает. Где мои самолетики патрулирующие? И инженеры патрулируют. Ну, пусть патрулируют. Ой, добавил к строительству еще противоядерную ракету по ошибке. Ну ладно. Так, толстяки, пойду атаковать всех направо. Потом мной я построю. Так.
Так, что у нас научное исследование? Научное открытие. Какие? Так, щит надо сделать моим танком. Так, время строительства для танков сокращаю на 15%. Это 1/6. Пушки есть. Дальнобойная артиллерия потихонечку. Буду сдерживать вражескую экономику. Ага. Все хорошо. Толстяков. Мочим. 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 Пошли, давай, пошли. Шу, с ускорением. А. Что еще? Вот. Так, командира надо прокачать. Или самолетик тоже надо прокачивать. Но это потом. Сейчас командиру чуть-чуть. Радар. Оу, много их. А, нет, ну чуть-чуть я их достал. Тиков-то. Артиллерией своей. Различной. Ной строится. 4, 5, 6. Так. И один инженер. Даже больше. 11 танков и один инженер. Инженер, разведчик хороший. И одного, может быть, полевого инженера. Так. О! На все наземные юниты это действует. Я не знаю, как там полевой инженер. Я его еще ни разу не включал. О-оу. Так, это что-то опасное. О, я тут все потерял. А где мой командир? Командир должен быть здесь. Бункер командиру. Командир опять чуть-чуть. Что-то я упустил. Так. Инженеры строят срочно компенсацию всем потерям. Ресурсы у меня есть, только надо строить, строить, строит ремонтные башенки. Здание и так восстанавливается, ну еще и ремонтные башни. Так, Ной готов. Что там, что там? О, толстячок. Толстяка мощная оборона. Так, толстяк против толстяка, давай. Толстяк против толстяка. Так, противоядки. Нет, противоядки пока не строю. Могу там что-то прокачиваю. Ной готов. Второй. Второй Ной где? Разбили. А мы построим еще. Я богатый. А сюда щиты. Раз Ной одного разбили. Сложно что-то. Толстяка грохнул. Это был один только толстяк. Я могу их поставить много. Построить со временем. Оп! Все. Нападение. А, куда бы их? А сюда. Там, где врагов нет. Командира сейчас снесу быстренько. Вражеского. Своего подкачать надо.
Так. 6-7. Целевой элемент. Вот. 8 танков и 1 целевой элемент. Посмотрим, что из этого получится. Ну, вражеский толстяк пострадал.